дети войны – это категория граждан очень уважаемая. И, на мой взгляд, все – депутаты, недепутаты, власть, особенно мэрия – должны обращать внимание, усиленное внимание на их просьбы, на их требования, на их обращения. Ведь это категория людей, которая восстановила половину разрушенного хозяйства в период после войны. Это категория людей, которая не знала счастливого детства. Это люди не знали игрушек, не знали улыбок, не знали достатка. Но они честно работали в последующий период и на заводах, и на предприятиях. И хлебушек выращивали, и мы пили и ели за счет того, что эта категория граждан честно, ответственно, патриотично работала в нашей стране. И вот сегодня докатились до того, что им даже не дают возможности выразить свое мнение по тем законам, которые не принимает Государственная Дума. Напомню, что в Государственной Думе 450 депутатов, из них 236 – это «Единая Россия», нас, Компартии, 92 всего депутата. Но мы инициировали уже трижды на рассмотрение пленарного заседания принятие закона о детях войны. Там всего-то 140 миллиардов надо. Одна яхта Абрамовича стоит 160 миллиардов. Вот не было бы одной яхты Абрамовича, и этот закон был бы полностью профинансировал в течение года всех, все количество детей войны. Вот данный закон не пропускает, не голосует за него «Единая Россия», это единственная фракция. Но вот они хотели встретиться и выразить свое мнение. Ну, пригласить мэрию, пригласить депутатов, посмотреть им в глаза. Таким депутатам, как, допустим, та же Ирина Роднина, которая в «Единой России», знаменоска, орденоноска, так сказать, своими именем она привлекала голоса в «Единую Россию». А теперь она не голосует за закон о детях войны. Они хотели просто посмотреть ей в глаза и спросить, почему, чем мы, дети войны, провинились перед тобой. Мы дали тебе возможность заниматься спортом. Ты за счет нас получила, развила свои таланты и получила награды и медали. А теперь ты своим именем привлекла голоса на «Единую Россию», а не голосуешь за детей войны. То же самое касается и Валентины Терешковой. Героиня, весь мир, не говоря уже о советском народе, восхищались ей как талантливым, смелым, так сказать, космонавтом, которая вышла в космос, но она вышла благодаря детям войны. Они работали на заводах, они эту документацию разрабатывали, они изготовили космический корабль, они дали возможность ей тренироваться и выйти в космос как женщине. Что ж ты сегодня, они мне говорят, эти дети войны, что ж ты, Валентина, сегодня нас предала? Почему ты не проголосовала? И вот мы сделали по просьбе и требованию детей войны вот эту встречу на площади Пушкина, где нет транспорта, где есть свободная площадка, где не надо перекрывать движение. Кому они мешали? И мэрия в тупую, не прислушавшись к ним, отказывает в проведении такого митинга. Мы, конечно, как депутаты Государственной Думы, у нас есть статус соответствующий. Мы встретимся, проведем в форме встречи с депутатами Госдумы, где вы выскажете. Мы пригласим тут же того же Третьяка, который, кстати, тоже не проголосовал, Терешкову, ту же Роднину, в общем, депутатов, которые не голосовали. Пусть объясняют. Я объясню, почему я голосовал «за». Пусть они объяснят, почему они голосуют «против». Мы предупредили сегодня все средства массовой информации, пригласили их на эту встречу. Мы пригласили мэра, пригласили представителя президента, генерального прокурора, главного полицейского. В Конституции записано, что единственной властью в Российской Федерации является ее суверенный народ. Вот дети и есть суверенный народ. Они являются властью. А мы должны к ним прислушиваться, мы должны их требования, их наказы выполнять. Поэтому я приглашаю всех вот завтра на площадь Пушкина в 12 часов. Начнется эта встреча. Мы выслушаем детей войны, мы расскажем о нашей позиции. Пусть они выскажут нам и все, кто придет, что они думают о нас и о других депутатах, и о «Единой России» в том числе. Будем публиковать. Но призываю всех, мэрию, силовиков, полицию,
прокуратуру выполнять законы Российской Федерации. Это святое.